Вот ты где. Я уже думала, ты обо мне забыл.
требуется медпомощь. Положение критическое. Пациент при смерти. Осторожнее, тебе здорово покромсало. Подкрепление. Начать диагностику. Резонансная сингулярность. Начать диагностику. Начать диагностику. Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите из города. Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся забрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда. Эй, это я. Открой дверь. Скажи пароль. Я даже не скажу тебе заткнуться. Проходи. Эти поля препятствовали формированию определенных протеиновых цепочек. Необходимо... Вы дочь Кленера, да? Теперь...
Правильно. Некогда нам смотреть телевизор. Смерть. Да простите. Вы дочь Кляйнера, да? Нет. Мой отец Одесса Кэббидж. Я не ослышалась. Он сказал, плодитесь и... Правильно. Некогда нам смотреть телевизор. Смешно. Я ведь только хотел быть страховым агентом. Извини, док. Найдем другой путь. Посвети-ка! Мой запас исчерпан. Обнаружены легкие.
всем виноват Одесса Кэббидж. Знаю я этого Одесса Кэббиджа. Полный кретин. Между нами говоря, не доверяю этим вертиглотам. Во всем виновата черная месса. Вот тебе и научный прогресс. Доктор Клейнер сказал нам плодиться и размножаться. Не то, чтобы не требовалось его позволения. Какой идиот доверил власть Клейнеру? Все вокруг все знают, только я ничего не понимаю. Что бы мы ни делали, лучше не становится. Когда-то это был престижный район. Раньше здесь было безопаснее. Мы беспомощны, как младенцы. Или еще беспомощнее. Меня это пугает. Говорят, в пригороде сейчас спокойнее. Выбираешь путь поживописнее? Я изучаю профессору Брину, но он устраивал отличные шоу, чего стоили одни жонглёры. Верите или нет, но при Альянсе мне было лучше. Ну и погодка. Не советую идти по лестнице. Сзади! Назад! Гордон! Алекс! Не верю глазам! Как вы сумели выбраться из цитадели? Мы точно не знаем. Но в этом каким-то образом замешаны вартигонты. А ты как уцелел, Барни? Все ничего.